В России первый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатые ходили по улице и зазывали прохожих на неслыханное представление. А когда в назначенный час распахнулся занавес, зрители увидели полотнище с надписью «1 апрель, никому не верь». На этом неслыханное представление закончилось, а у нас все только начинается. Поехали! Мы решили разыграть жителей города Видное, рассказав им интересную новость, которую придумали по дороге на съемку. Будто в России приняли закон перед Новым годом всем гражданам страны раздавать по килограмму красной икры. Реакция превзошла все ожидания. Не слышала. Нет. Первый раз слышим. Правда? Вот такой закон приняли. Как вы к этому относитесь? Так я бы с удовольствием. Да я бы тоже не отказалась. Пожалуйста. Нет. А вот ну закон такой есть, как вы к этому относитесь? Очень замечательно. Красный? Да. Каждому? Да. Да, вред. А килограмм красной икры на каждого? Я считаю, что зачем? Ну, на самом деле, это первоапрельский розыгрыш. Спасибо. Вы меня посмешили. Без смеха наша жизнь была бы скучна и коротка, ведь ходит такое мнение, что смех продлевает жизнь. Абсолютно каждого человека украшает улыбка. Сколько в мире существует анекдотов, шуток и юмористических программ. Как мы все любим комедии. Неудивительно, что этот жанр так популярен. Смеяться нравится всем. А тем более 1 апреля. Именно 1 апреля мы просыпаемся с мыслью. Сегодня надо быть готовыми, что над нами кто-нибудь подшутит. Но и сами не прочь разыграть друзей и родных. Расскажите, у вас были какие-нибудь ситуации, что вас разыгрывали на 1 апреля? Было. Какие? Расскажите. Было, и неприятные были, и по молодости, там, и что парень загулял, и вот иди ты посмотри-ка, даже замужем было все это. Ну, всякие были казусы. Я работаю в школе, и сегодня мои ученики вдруг все подняли руки постепенно и сказали, можно выйти. Я сделала удивленные глаза, спросила, вам куда? В туалет. Ну, я поддержала их игру, сказала, можете, очень тихо. Все вышли, и слышу шепот за дверью, о чем-то говорят. Я жду сюрпризов. Открывается дверь, и они мне кричат, Людмила Анатольевна, с праздником 1 апреля! Зарядившись положительными эмоциями, к нам самим пришло вдохновение разыграть телезрителей. И вот так, только с четвертого дубля у нас получилось сыграть юмористическую сценку. Пишем? Пишем. Вот такие эмоции. Вот с такими эмоциями люди выходили. Вот с такими эмоциями люди выходили из магазина. Подожди, тебе голод на плечо нагадил. Где? Шучу я. Сеня! Юлия Погосян, Евгений Петров, Ирина Кошлева, Видное ТВ.